Всем привет! Сегодня, скорее всего, уже не в Киеве, но все равно сегодня мы с вами пойдем, надеюсь, в достаточно интересное место в городе. Мы нашли такую штуку, она называется агрокомплекс Кукулабия, если я не ошибаюсь, Кукулабия, как-то так. Я не знаю, что она из себя представляет, но точно знаю, что там есть самый большой лабиринт в Украине. Он сделан из кукурузы, он как бы растет, он живой лабиринт, и в виде герба Украины сделан. Сегодня посмотрим, что это такое, надеюсь, там будет что-то еще интересное. Сейчас, буквально через секунду мы там окажемся, и приятного просмотра вам, ребятки! Мы в кукурузах. Ну да. Тут не видно конца, поэтому мы ходим. У нас есть рация, мы связываемся с второй частью нашей команды. Кукуруза везде. Стрёмно. Кажется, как будто я в фильме ужасов. Тебе кажется, как будто я в фильме ужасов? Да, только где-то утром. Утром? Это начало фильмов ужасов. Да, я думаю, мы идем на работу. Мне будет страшно. Вау. Очень страшно. Все, мы выбрались. Это одно видео из рубрики «Я никогда не». Я никогда не сидела на сене. Типа как на сеновале.